Приветствую вас. Я думаю, что с точки зрения психологии вам нужно проанализировать свое отношение к мужу, свое отношение с мужем, ваши отношения с ним. Необходимо проанализировать, потому что это намного что влияет. Вот. И, соответственно, необходимо проанализировать, почему человек ушел. То есть я знаю и я уверен, что это не просто так. Он не просто взял и ушел. Тут какие-то причины для этого были, они есть, они в наличии. И в некотором смысле вы ответственны за эти самые причины. Вот. В некотором смысле именно вы отвечаете за вот эти самые причины. И ситуацию осложняет, на самом деле, только то, что вы не знаете до конца, вы не знаете, что за причины побудили, например, вашего мужа уйти, к примеру, да? Вот. Это вам в этом нужно разобраться. И взять личную ответственность на себя за это, потому что тут по-другому не получится, к сожалению. Вот, наверное так. На мой взгляд, по крайней мере. То есть, да, конечно, эта ситуация очень неприятная, да, конечно, эта ситуация ужасная, эта ситуация крайне нежелательная. Вот, тут очень печально, что это произошло. Вот, но раз это случилось сейчас, то крайне необходимо будет найти причины данной ситуации, найти основания данной ситуации и проработать их значит, с тем, чтобы больше так не повторилось. Вот. Вам, в свою очередь, нужно определиться со своим отношением к мужу. То есть, что конкретно вы чувствуете к мужу своему, да? То есть, хотите ли вы для него счастье? Важно ли вам, чтобы он был счастлив? Ну и так далее. Вот. То есть, разобраться нужно в себе, да? То есть, два момента. Первый момент – это либо вы разбираетесь в себе и смотрите именно на себя. В частности, что у вас вызывает основной негатив, вот, и гармонизировать отношения с мужем, чтобы они, эти отношения, развивались, ну, наилучшим образом. То есть не так, как сейчас, а наилучшим образом, чтобы и вы, и он
максимально раскрываться в данной ситуации. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.